Уважаемые дамы и господа, сегодня будем готовить грибной суп с сардельками. Основой любого супа является бульон. Для бульона берем 4 куриных окорочка, обрабатываем их, срежем жопки и уберем перо. Ложим в кастрюлю и заливаем водой. Для бульона нам надо морковь 1 штука, лук 1 большая головка, чеснок 4 средних зубчика, душистый перец 3 штуки, черный перец горошком 6 штук, лавровый лист 2-3 больших листа. Все эти ингредиенты придадут аромат бульону. При закипании убираем пену. Жирок плавает, желтенький, видите, да? Ложим лук, морковку и чеснок, лавровый лист, 3 горошка душистых и 10 черного перца. Варим на медленном огне 1,5 часа. Готовый бульон процедим. Прошло 1,5 часа. Вытащим куриные окорочка и поставим охлаждаться. Уберем морковь, лук, чеснок. Это больше нам не пригодится. Варили бульон, не добавляли соли. Бульон нужно процедить. Для грибного супа нам надо шампиньоны белые 400 грамм, сардельки 500 грамм 5 штук, картофель 7-8 штук небольшие, чеснок 2 зубчика, лук 3 штуки небольшие, морковь 2 штуки средние, петрушка сушеная 1 столовая ложка, итальянские травы 1 столовая ложка, овощной бульон сухой 1 столовая ложка, тимьян 1 чайная ложка, мускат 1 чайная ложка, соль, перец по вкусу, сливки, креми файн цум кохен, продается в Алди в Германии, сливки 250 миллилитров, 15% жирности. Кремы фриши или русская сметана будет 30% жирности, 200 грамм. Мука 40 грамм, масло сливочное для жарки. Пережарим масло с мукой, чтобы загустился бульон. Куриный бульон 1,5 литра. Берем бутершмальц, по-русски топленое сливочное масло, маленько для жарки. Лука, чеснока и морковки. Много не надо. Буквально чуть-чуть. Масло растопилось. Высыпаем морковку, чеснок, лук. И все это слегка обжариваем. Слегка обжарили лук с морковкой, высыпаем картофель. Как вы видите, картофель у нас такими кубиками сделан, небольшими. 5 минут жарим. Вот какая прелесть у нас получилась. Здесь у нас 1,5 литра куриного бульона. Высыпаем картофель и варим до полуготовности. Приблизительно 40 грамм сливочного масла растопим. Масло закипело, высыпаем 40 грамм муки и все пережарим, чтобы загустить бульон. Вот такая прелесть у нас получилась. Картошка до полуготовности сварилась. Высыпаем шампиньоны. Шампиньоны
Не режьте мелко. Шампиньон должен быть шампиньоном. Высыпаем сосиски и все специи, которые мы приготовили. Все перемешиваем и варим до готовности картошки. Закипело. Выкладываем кремы фриши 30%. По-русски сметана будет, наверное. Кремы файн 15%. Выливаем весь. Сливки по-русски будет. Высыпаем жареную муку обжаренную. Доводим до кипения. Делаем медленный огонь и варим до готовности картофеля. Ох, какая прелесть. Запах, ребята, стоит. Так, добавляем соль, перец по вкусу. Убавляем огонь и готовим до готовности. Полтора часа варились на медленном огне куриные окорочка. Получился шикарный бульон. Мясо остыло. Отделим куриное мясо от костей и сделаем домашнюю колбасу. Видео о колбасе смотрите в следующем выпуске. Это будет маленький бонус для вас. Готов наш суп грибной с сосисками. Попробуем его. Ой, какая прелесть, а. Ребята, запах стоит божественный, а. Сейчас я попробую. Что у нас получилось? Ну, смотрите, какая прелесть, а. Однако, ребята, затрата времени этого стоит. Шикарный грибной супчик с сосисками получился. Очень шикарный. Если вам понравилось видео наше, ставьте палец кверху. Если не понравилось, палец вниз. Жмите на колокольчик. И вы первые будете узнавать новости. Пока-пока!